Приветствую, друзья. Вот я вынужден обратиться к вам с огромной просьбой. Кто не видел, пожалуйста, посмотрите, обратите внимание на ролик, который мы недавно сделали с Еленой Гусаровой, о том, как дети легко изобретают, когда они изобретают, чтобы вы увидели. Потому что это потрясающий ролик, который в русле нашей школы человека будущего, Homo Futurus, именно там говорится и показано, как все-таки нужно, чтобы дети снимали у себя нервно-мышечные зажимы, выходили на состояние, когда они не могут не изобретать. И вот этот геном в человеке, в каждом из нас, он лежит, он создан эволюцией нашего развития. Мы результат нашей всей истории развития, и поэтому в нас огромнейший потенциал. И наши несчастья, и беды, и трагедии происходят именно потому, что нам не дают его реализовывать по тем или иным причинам, по разным причинам. А вы посмотрите этот ролик. Это просто необыкновенный ролик. Ну, сегодня, понимаете, люди реагируют, конечно, на страшные названия, хочется посмотреть, что же там происходит, ужасы какие, может, опять бомба какая сейчас прилетит. Но этим и пользуются.